Добрый день! Мы рады приветствовать вас в Павловском историко-краеведческом музее. И сегодня я хочу рассказать вам о доблестных героях социалистического труда Павловского района, один из которых – Гончаров Федор Прокофьевич. Гончаров Федор Прокофьевич был рожден 4 февраля 1904 года. И сейчас я зачитаю вам интереснейший материал из газеты «Единство» от 8 февраля 2014 года. Посвящена она именно Федору Прокофьевичу. Знаменитым Федор Прокофьевич стал не только потому, что за получение в 1948 году за высочайший урожай пшеницы, который составлял 34,8 центнера гектара зерна, был удостоен звания Героя социалистического труда, но и потому, что был крепким хозяйственником, разумным руководителем колхоза «Комсомолец» и тогда являвшимся передовым. О славе этого хозяйства хорошо знали и район, а также в крае и в России. О тружениках «Комсомольца» его председатели рассказывает журнал «Огонек». Тот памятный номер, вышедший в 1949 году, бережно хранится в фондах Павловского историко-краеведческого музея. В выпуске помещены фотографии и других героев социалистического труда, такие как Деброва, Михайлюта и Звеневой Куркиной. Интерес журналистов к Федору Прокофьевичу явно усиливался, когда его в конце 40-х годов избрали депутатом Верховного Совета РСФСР. И сейчас я хочу показать вам подлинную эту статью. Газета тогда наша называлась «Коммунист». Здесь газета от 9 февраля 1947 года. Это ценнейшая газета и материал. И здесь на лицевой части мы видим фотографию Федора Прокофьевича и статью о том, что он избран в Верховный Совет РСФСР. Но даже на пике славы Федор Прокофьевич никогда оставался по-прежнему прекраснейшим руководителем и никогда не забывал про своих колхозников и про свой колхоз «Комсомолец». Всегда большое огромное внимание уделял развитию своего предприятия и, конечно же, веренного ему хозяйства, и, конечно же, людей, самого человека и личности. Федор Прокофьевич, вот о его наградах, также он герой социалистического труда, вышел когда указ 10 февраля 1949 года, а также он награжден золотой медалью «Серп и молот» и орденом Ленина за свои заслуги.